Yeah.
Теперь в
твоих руках последняя надежда исцеления. Но где она? Ее я должен видеть. Сама теперь заснула. Вот отнес от твоя и прогулки. Что ж, тем лучше. Марта и Бертран, проводите врача в голубке нашей. Со страхом, что решение твоего. Произнесет его наука. Увидите, Иоланна, свет, и суждено мне вечно мука знать дочь мою, объятой тьмою. Oh.
но и темно, как твоя наука. Тщетно хочу прочесть ответ в твоих чертах. Надейся, государь, велик Аллах, воистину велик и благ. Постой и дай мне высказать мое решение. Да, государь, возможно исцеление, но только говори, какой ценой. Все отдам, над чем имею власть я. Дай только ее врачу видеть свет. Она должна узнать свое несчастье. О слепоте! Даешь ли ты обет ей зрение возвратить? Все в Божьей власти, наука не всесильна, обещать я не могу. И я мрачной доли убожества ей должен рассказать, раскрыть всю глубину ее несчастья, не ожидая доброго конца. Амор жестокий, нет в тебе участия к страданиям бедного отца. Как обманулся я в моей надежде. Отныне я не верю никому. Прощай. Ты властен сделать все, но прежде дай мне сказать решению моему, и подчиниться можешь или нет, но я обязан дать
Thank you.
чёрный качей, окно небезвёздное осенних ночей.
чудесно прекрасный, не будет разве трепета в груди. Идем открыт, мне кажется, опасно здесь оставаться. Это странный сон, красавицы, как будто не естествен. Но что с тобой? Ты бледен, вот и мой. Сознатель, как покой ее божествен. Он околдован, ответ, отвечай, жив, спеши, стряхнуть очарование со мной. Он жив, не нарушайся, тихого небесного создания. Oh!
Ah!
Yeah.
маршал солдат, диктат имперский. Орденский рыцарь, я случайно зашел, нуждая погран по-гэски. Ты с нею ни о чем не говорил. Я помню, да.
Thank you.
моей желанье зрения проснулось. Ты был к смерти осужден, теперь свободен ты. И властен был меня казнить, со мной послан дерзкий. Кто ты, что так важно решать судьбу людей? Мне кажется, что я могу тебя скорей спросить об этом. Я, Готфрид Бодемон, граф из Содюна, Шампани, Клерво и Монтаржи. Бургунди Роберта. И как бы ни был ты богат и знатен, ты не унизишь звание своего. Коль согласишься дать мне дочь супруги. Нет, нет, рыцарь, хоть союз с тобой мне лестен, я должен отказать тебе, еще ребенком другому дочь обручена. Но я права его могу оспорить. Нет, перед ним покорно склонись ты. Но кто же? Постой, я слышу шум. Что значит он? Кто там? Простите, государь, я дожидался за дверью со свитой и увидел толпу людей вооруженных. Смело сюда идущих. Это ли мой герцог Бургундский? Альберик, пусти немедленно их. Ты сейчас узнаешь, кто соперник твой. Готфрид, я выручать тебя явился. Что вижу, король Рене, Рене, да, мой храбрый рыцарь, теперь понятно все. Ты Иоланту, невесту герцога Роберта, Роберт, мой герцог, друг, ведь ты хотел признаться королю во всем. И время, и не место. Теперь и никогда Роберт твое признание даст мне жизнь. Я Йоланду полюбил всем сердцем, и нет мне счастья без нее на свете. Роберт, молю тебя, государь, дасте, что обещание свое исполнит. Но с Йолантой обручал я был ребенка, возмужав я полюбил графиню Лотаринды Матильду. Теперь моя судьба у вас в руках. Уберите и пред алтарем сейчас же дочь вашу я супругой назову, но сердцем буду верен я Матильде. Ты благородный, вашей прямо тень, я ваше слово возвращаю вам. О, государь, как вы великодушны! Теперь, местный граф, согласен я отдать вам Иоланту, если смене к ней возвратиться. Мой государь, я вашу дочь люблю такой, как есть, и быть опорой ей желаю в горе и в счастье. Увидит свет она и не увидит, я жизнь мою ей отдаю. Она твоя, сын милый, отец мой добрый, жили он от него, ее судьба в руках врача.
Woo!
Sashit!